Всем привет, с вами 53-я серия обзоров модов в Майнкрафте. Сегодня у нас мод, который добавляет редстоуновские слитки. Слитки из платины. Они получаются путем плавления в печи от руды. И слитки обсидиана. Они получаются путем жарки обсидиана. Они выглядят вот так. Из них можно делать блоки. А также броню и инструменты. Также все это можно сделать из лазурита. Из лопаты, кирки и топора можно скрафтить универсальный инструмент. Сейчас они расположены в порядке от большего к меньшему. Из обсидиана можно скрафтить лук и стрелы, которые атакуют намного сильнее. А вот так можно скрафтить жезл молний, который стреляет молнией в указанную точку. И перезаряжается через несколько секунд. А вот так можно скрафтить блок жизни. Если его поставить и нажать на него правой кнопкой мыши, вы возьмете Стив Стопвач. Если его активировать, вы взорветесь. А вот так крафтится обсидиановый ТНТ. Если его активировать, произойдет большой взрыв. При активации вот такой взрыв. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии внизу. Ссылку на мод можете найти в описании. Вступайте в группу ВКонтакте. Пока.